Oh Здравствуйте, дорогие друзья! Вернее, я хочу иначе обратиться к вам. Привет, мои дорогие красавицы, женский пол, красавцы, мужской и, наверное, что-то посередине. Я хочу сказать, что я, Матвей Игонопольский, просто отдаю дань времени, потому что, вы знаете, сегодня Россия приняла очередной безумный закон, который имеет закон про ЛГБТ. Мы сейчас об этом поговорим. Я вынесу эту тему э, в самый наперед, потому что... Эта тема, вы не поверите, абсолютно зловещая. Казалось бы, принят закон, который касается какой-то такой, ну, ограниченной группы людей, да, которые там себе живут какой-то жизнью, и все. Нет, на самом деле он касается каждого из нас. Не потому что мы геи, а потому что они миноры, понимаете? Вот об этом я вам хочу сказать. Но перед этим вы же добрые люди, вы такие добрые, добрые. Значит, а где цветочки? Вы знаете, вчера упала или сегодня упала ваза, и цветочки выпали и рассыпались. Георгий Мегришвили, Мегрилишвили, я все время чувствую, путаю вашу фамилию, у меня для вас будет специальное сообщение. Чуть только позже. Итак. Значит, сначала про чай. Я взял и купил польский чай. Поляки выпускают удивительный чай, как бы смесь. То есть, например, смесь зеленого с белым. Это очень вкусно. Он закончился и он исчез из продажи. Или там зеленого с черным. В общем, короче, я прикипел к этому делу. И вот смотрите, что я сделал. Такой мне подарили зеленый чай. Ну, некий китайский зеленый чай. Хороший. У него там лепестки раскрываются. М -м, все нормально. Я взял Азер чай, азербайджанский чай. И получилось вот что: посмотрите, какой изумрудный напиток. М -м -м, немножко дал подсластителя. А теперь вам конец. Почему? А вот почему. Обзавидуйтесь, други мои, обзавидуйтесь. Ивантеевка, Московская область, с уважением. Спасибо вам, и я с уважением. Гедеминас Багелис, Вильнюс с вами, слава Украине. Анна Липец, бажаю всем патриотам Украины гарного настроения и цикавого стрима. Я думаю, что вы поняли. Добрый вечер, добрый вечер. В общем, все добрый вечер, добрый вечер. Хорошо. Значит, и вот еще. Юлия Соловьева, «Жизнь 50». Она знаете, что пишет? «Доброй ночи, Матвей Юрьевич». Закон ЛГБТ против Лебединого озера, чтобы его не показывали по телевизору. Ведь Чайковский был геем. Да. Ну теперь давайте все-таки займемся этой темой и займемся серьезно. Я напоминаю, что я предлагаю вам подписаться на мой канал и в обязательном порядке ставьте лайки. Ваши лайки для меня просто, ну, ну вообще. Итак, <más> сначала. <crashes> Сначала официальное сообщение. Верховный суд России объявил экстремистским и запретил движение ЛГБТ. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о запрете признания экстремистской организации экстремистской организации, то есть назвали экстремистской организацией международное движение ЛГБТ. Ну, вы уже знаете, наверное, что такового не существует. Заседание 30 ноября проходило в закрытом режиме. В зал суда допустили только представители Минюста. Журналистов позвали только на оглашение решения, сообщил корреспондент медиазоны. Тут я хочу обратить ваше внимание. Вот почему заседание происходило в закрытом режиме? Можете мне объяснить? что то, что э, даже некоторых э, государственных деятелей Российской Федерации подозревают в том, что они геи, э, значит, вот это вот секрет. То есть как бы или они выступали по телемосту и говорили, прекратите наши мучения, мы хотим вступить в международную организацию геев и лесбиянок, нас не пускают. Ну, в общем, вот что-то вот такое, да. Почему это было закрыто? Дальше, смотрите. В зал суда допустили только представители Минюста. На каждом шагу преступления и нарушения закона. Только представители Минюста. То есть э, просто обвинителей. Понимаете? Не более того. Просто обвинителей. Которые сказали свою версию. Судья заседал 4 часа. Судье Верховного суда Олегу Нефедову на рассмотрение иска Минюста потребовалось 4 часа. Теперь поговорим о последствиях этого решения. Вы знаете, о последствиях этого решения, я вам скажу, мои дорогие, оно касается... А, вот. Оно касается далеко не только геев и лесбиянок. Значит, давайте, как всегда я делаю, поскольку у меня дайджест новостей и мнений всякого разного, я вам почитаю, что по этому поводу пишут другие уважаемые мною люди. Иван Яковина. В отсутствии успехов на фронте и в экономике Путин идет на выборы под серым флагом борьбы с ЛГБТ. Серый флаг, понимаете, да? То есть не цветной, не радужный. Эта тема плюс, плюс запрет абортов и подъем рождаемости станут магистральным его предвыборной кампании. Простите, вот же дела. После четверти столетия во власти Путину совершенно нечего предложить народу, кроме запрета взрослым людям любить, кого они хотят, и рожать столько, сколько хотят. Любая другая сфера жизни – развал и провал. Вообще ничего не удалось достичь. Нигде и ни в чем. Даже война, которая была призвана стать волшебным источником животворящей легитимности для режима, превратилась в унылое, медленное, но верное перемалывание российского народа безо всякого смысла и результата. Вот и остается воевать с ЛГБТ. Другой повестки больше нет. Я хочу вам сказать, вот здесь преступление номер один, о котором говорит Иван Яковин, которого я глубоко уважаю. Понимаете, бункерный, он прекрасно понимает, вот, вот, вот есть он, вот есть народ, и для того, чтобы народ за него проголосовал, и чтобы все было хорошо, ему нужно две вещи. Первое, закидать деньгами или накинуть деньжат, если можно так сказать, это первая история. А вторая история называется следующим образом. Сыграть на самом нецивилизационном, я не говорю на низменном, Потому что э, даже главенствующая религия в Российской Федерации, вообще другие религии, они это запрещают. Это считается каким-то, ну так сказать, стыдным. Дело здесь не в этом. Что-то должно быть антицивилизационным, которое отстраивает своих от чужих. А поскольку война идет не с Украиной, вы знаете, кто такие украинцы, чтобы с ними воевать что война идет с НАТО и поэтому соответственно вот эти там они должны быть символом вот этого чего-то страшного чего-то можно что можно запретить и никого не интересует что никакого международного объединения ЛГБТ не существует просто взяли запретили теперь какие реакции они интересные. Ну, есть, как вам сказать, э, эти рогатые. Э, Екатерина Мизулина. ЛГБТ-идеология-все. Ну да, ну конечно. Все геи и лесбиянки, они немедленно стали, по ее мнению, нормальными и уже, так сказать, подыс подыскивают сексуального партнера и, может быть, прямо сейчас этим делом занимаются с сексуальным партнером противоположного пола. Петр Толстой. ЛГБТ – это не какие-то несчастные геи и лесбиянки, с которыми, как нам говорят, решила бороться Россия. Как нам говорят. На самом деле это хорошо организованный и четко спланированный проект по подрыву традиционных обществ из изнутри. Боже, какой он козел. Садомия! Садомия <связывая> — это грех и полная противоположность традиционным ценностям. Петр Толстой очень плохо кончит, я вам говорю. Потому что он бронтозавр. Понимаете, это случайный, удивительно. Вот как э -э -э отдыхает природа на прапрапрапрапраправнуках. Думаю, так. Вот интересно. Я вам потом расширенный вариант прочитаю. Красовский. У Красовского, он же сделал камин-аут, понимаете, и как-то нужно было что-то сказать. И чувак вывернулся, как он всегда выворачивается. То есть надо было сказать, да, я гей, я это сам признал, но я каюсь, я поменяю пол и, и положу линолеум. Вот смотрите, что он говорит. Нет, мои смелые борцы с путинским режимом. Я не унижаюсь, я смиряюсь. Это он, между прочим, очередной раз смиряется. Помните первый раз, когда он предложил сжигать э, украинских детей, он же там тоже смирился. И тут он второй раз или какой третий, двадцать третий. Я смиряюсь. Есть в каждом обороте исторического колеса, наверное, чувак высшее образование имеет, что-то одинаковое, что заставляет нас смиряться, что-то, что кажется кому-то несправедливым, но что заставляет это колесо крутиться. Вы поняли, что он сказал? Или он, ну, то есть, что значит смиряется? В каком смысле? Он трахаться не будет или что? То есть, я не понимаю, что он собирается делать. Я смиряюсь. Или он говорит, что он не выйдет на Красную площадь с транспарантом. Вот, вот смешно, Никита Эл пишет, вот это когда я сделал, он говорит, вот сейчас очень похоже было, я почему-то так именно садомию и представлял. Садомия, да, но надо чай, ваше здоровье, мои дорогие. А вы в винишко немножко налили, почему бы не налить винишко себя? Ой, боже мой. И отчетливо э, ощущается зеленый чай и отчетливо черный. С азербайджанским привкусом. Идем дальше. Иван Жданов. Признание ЛГБТ экстремистским движением ⁇ это начало избирательной кампании Путина не просто сигнал тревоги, колокол, более того, это его явная программа на новый срок. Шаг, вот тут интересное выражение, шаг к полной иронизации Иран, иронизации и изоляции России. Это не все. Ксения Собчак. Это самый репрессивный и жестокий закон за последние годы. Даже и на агентство по сравнению с этим просто добрая отечествен... отеческая рекомендация безумие. Марина Овсянникова. Сами они экстремисты, все граждане России, независимо от их расы, национальности, пола, сексуальной ориентации, места жительства, положения в обществе, религиозных и политических убеждений, имеют раз... равные права. Нарушение этого принципа называется дискриминацией. Екатерина Соловьева, дочь Владимира Соловьева, нашего с вами друга бешеного. Я обожаю театр абсурда, но это уже дурной анекдот. Несуществующие безобидные организации признаем экстремистскими, а Хамасу устраиваем приемы в Кремле. Даже Орел, Оруэлла бы уже стошнила от перенасыщения. Напоминаю, что за домашнее насилие у нас еще просто штрафы. Теперь я акцентирую вагу, видите, по украински вагу, акцентирую внимание на Красовском. Я вам сказал, что я прочитаю полностью его комментарий. Это интересно. Красовский прокомментировал признание несуществующего международного ЛГБТ-движения экстремистским. По его словам, он с этим смиряется, так как такие события должны крутить колесо истории. Да переехало б тебя по горлу это колесо истории, Красовский. Ну, Господи, кто-то тебе говорит вообще, кто ты? Что ты не гей, а другое. На П начинается, на С заканчивается. Извини, я редко пользуюсь этим, но ты в этом смысле абсолютно законченный продукт. Также он заявил, что видел в России они которые получают деньги только за то, что они геи, люди с ВИЧ или еще какие-то униженные группы. Вот его текст. За годы существования Фода Спин-центр я видел сотни людей, получавших деньги только за то, что они геи, люди с ВИЧ или еще какие-то униженные группы. Нет, по-моему, ничего стыднее, чем брать деньги за свое унижение или унижаться за деньги. Тут я слышу уже ехидный визг. Ты ли не унижаешься? Внимание. Нет, мои смелые борцы с путинским гулагом. Я не унижаюсь, я смиряюсь. Ну и дальше про историческое лицо. Также он перепостил публикацию националиста Холмогорова. Тоже замечательный персонаж который написал, что ЛГБТ представляет реальную общественную опасность. публикации Холомогоров также написал, что движение в своей транс-части калечит детей, а также выразил уверенность, что преследовать будут не за ориентацию, а за пропаганду. Решение по запрету ЛГБ... ЛГБТ как сообщества идеологии, верное и гуманное, не требующее от государства лазить с фонарем кому-то в постель, и преследовать за личные поступки и грехи. Очень надеюсь, надейся, что за ЛГБТ последует в том же направлении э, Радфем рад и Чайлд Фри не менее в чем-то более опасные сообщества и идеологии. Пишет Холмогор. Сейчас посмотрим, есть ли еще. Для меня эта тема очень важна. Я вам сейчас посмотрю, э, я вам сейчас объясню, э, почему, почему это важная тема для меня. Пишет профессор Преображенский. Режим Путина объявил ЛГБТ экстремизмом, в очередной раз повторяет за режимом Гитлера. В 1935 году Министерство юстиции Рейха расширило категорию уголовно наказуемые развратные действия между мужчинами, включив это понятие любое действие, которое могло быть истолковано как проявление гомосексуальности. Суды в Рейхе пошли еще дальше. Они выносили обвинительные приговоры на основании мысли подсудимого. Да-да, именно мысли преступления 90 лет назад в Рейхе, сейчас в России. Ян Матвеев. Сегодня новый виток репрессии по отношению к ЛГБТ. Чаще всего, когда речь заходит об этой теме, люди думают о сексе. Но и вот послушайте, как он правильно написал. Ну, вы знаете, я люблю перпендикулярность. Вот он увидел в этом другое. Вы знаете, что в России хотят сделать Министерство счастья? Ну, как в некоторых странах. Вот вы мне писали, где-то в Скандинавии, э, по-моему, где-то на Востоке там есть, вот в этих арабских странах. Они хотят, София Котляр страшную вещь написала, теперь на очереди ромы. Да, в том евреи. Кстати, про евреев я вам интересное прочитаю. Вот то, что вы точно не знаете... Э... Стих про евреев, но вы даже не представляете, кто его написал. И написан он очень-очень давно. И вот э, они хотят сделать Министерство счастья, а вот здесь он говорит: но правда в том, что ЛГБТ это в первую очередь о любви. Все знают, что любовь это прекрасно, вот только есть некоторые люди, которые считают любовь между мальчиком и девочком хорошей, а между девочкой и девочкой, например, уже какой-то неправильной. Какого черта им есть дело, до чужой любви отдельный вопрос? Суть в том, что любовь все равно сильнее всех нас, Антон Красовский. Ты никуда не денешься, ты не смиришься. Ты будешь, я не знаю, ты актив или пассив, но будешь искать ну, куда денешься? А потом тебя заснимут, а потом это будет пропаганда. Ты не уйдешь от решения. От решения и приговора твоих работодателей. Сколько бы они ни платили. Или ты будешь элитный гей. Есть и такие. Но они тоже иначе называются. Какого черта им есть дело до чужой любви? Отдельный вопрос. Суть в том, что любовь все равно сильнее всех нас. И она, конечно, победит. А те, кто бросают ей вызов, заканчивают с пулей в голове, облитые бензином у входа в свой последний бункер. Я верю, что еще при моей жизни всем людям не нужно будет бороться с негодяями за право любить и быть любимыми. Огромная всем поддержка. Вот, понимаете? А всего-то. Вот, думаю, что вот такая вот реакция массовая, это я вам только читаю то, что тут вот написали, да? Это именно реакция на это безумие. Когда придумывают структуру, это чисто сталинская. Помните, вы состояли в, в этом самом рыли тоннель в Японию. Да, я. Я вам прочитаю еще и про это. Егор Куроптев. Кремль сегодня признал международное ЛГБТ-движение экстремистским. Защита прав человека – главный принцип, без которого ни о каком развитии, ни о какой справедливости не стоит и говорить. Всегда поддерживал и буду поддерживать те, всех, кто несправедливо оказался под давлением и репрессиями государства и зомбированных обществ. Ну и так далее, и так далее. Он тоже об этом пишет. Те же яйца только в профиль. Важно, что... А вот э, про Красовского. И про то, когда верно служишь, не живешь, не преисполнен достоинства. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Ведь понимаете, о чем написал Красовский? Он написал о том, что он смиряется. А что обозначает смирение? Ну что, он трахаться не будет или, или, как тут вот написали, очень смешную такую, что он пошел делать себе операцию. Ну, по детородным органам будет теперь ну, там женщина, что тоже преследуется законом. Понимаете, о чем, собственно, написал он? Он сам, наверное, не понял. Он смиряется, что? То есть его сексуальная жизнь закончена? Или теперь только с девочками? Когда я был совсем юный, то, ну и потом уже, вы знаете, что во всех городах были улицы и проспекты. Вот, например, в Харькове был проспект Кассиора. Мы сейчас с вами не очень помним, кто такой Кассиор, но это я специально для Красовского. судьба организатора Голодомора. Знакомьтесь, Кассиор – организатор Голодомора. Судьба организатора Голодомора – Кассиора. В 1938-м он был арестован. На следствии долго не ломался, потому, потому что следователи привели его 15-летнюю дочь и изнасиловали у него на глазах. Он все подписал. Дочь сошла с ума и бросилась под поезд. В 1939-м Кассиора расстреляли. Как же так? Он же все сделал то что, то, что необходимо. Сегодня у меня был интересный разговор. Мы немножко долго сидим на этой теме. Но, так сказать, по мощам или елей. Значит. Вот. Очень интересный процесс происходит. Я сначала огорчился, а потом мне сказали, чтобы я не огорчался. Вы сейчас поймете. Оппозиционные СМИ выразили солидарность с ЛГБТ в России и начали терять подписчиков. Но <coughs> новая газета "Европа", "Медуза", "Дождь", "Сота", "ОВД-Инфо" и другие медиа поменяли э, вот эти вот кружочки, знаете, сделали там флаг ЛГБТ. При этом многие каналы начали терять сотни и тысячи подписчиков, отмечает редактор издания Бумага Евгений Антонов. И я очень огорчился, потому что то и что, если это издание, ну как-то непонятно сотни тысяч подписчиков. А мне потом объяснили, это боты. Ну, они сначала записались, а потом им приказали отписаться, чтобы показать, что народу это не нравится. Иван Жданов пишет. Признание ЛГБТ экстремистским движением – это начало избирательной кампании Путина, это я вам читал. Не просто сигнал тревоги и так далее. Будет полное отвлечение от реальных проблем, создание мифических врагов, дискриминации населения по разным признакам. Это только начало. Встречая Новый год под музыку Щелкунчика, Петра Ильича Чайковского, гея, Большая часть страны не осознает, какие мрачные времена нас ждут впереди. Ну, что не осознает? Осознает эти времена уже здесь. Помилованный Путиным участник СВО изнасиловал пятиклассницу. Это пишет сам Вловер, 155 миллиметров. Когда девочка задерж... 11-летняя девочка... Из соль Илецка пришла к соседу Юрию Гаврилову по просьбе матери забрать музыкальную колонку. Когда девочка задержалась, мать забила тревогу, вызвала полицию. Несмотря на то, что Гаврилов требовал от девочки не рассказывать о случившемся никому, мать сразу все поняла по внешнему виду ребенка. Девочка была вся в садинах и растрепанная. А Гаврилов был помилован после участия в войне в Украине, куда был завербован из колоний. Вот я вам рассказывал про итальянское телевидение. Это удивительный феномен. Немцы тоже идут вслед за этим. Итальянцы очень как бы со социальные люди. Вот у них на первом месте секс или футбол в зависимости, ну и то, и то. А на втором месте у них телевидение. И вот в одно и то же время по самым разным каналам, практически на всех вот этих мейджорных каналах, начинаются ток-шоу сидят люди, в зале сидит это самый народ, ну вот знаете, как в концертном зале. И играет оркестр, и начинается обсуждение самых важных, насущных, горячих, часто зловещих тем, и вы понимаете, никакой цензуры. В перерыве, певица может что-то спеть и, и так далее. Вот все просто сидят, у них микрофоны, и они разговаривают. Вот это их традиция. Если бы у них даже подступали к подобному закону, это стало бы грандиозной общественной сенсацией. Это обговаривалось бы и так далее. Да? А здесь приняли и все. Удивительно. Тут же был тезис про несчастных геев. Ертенев написал довольно давно, в 2020 году это промежуточный стих. Человек лежит, болеет, и не хочет ничего, и никто не пожалеет, хоть бы капельку его. Никому-то он не нужен, никому-то он не мил, несъедобный тусклый ужин на столе давно остыл. На него жена забила, а была ему верна. Про него страна забыла, а была ему родна. Человек лежит и сохнет, ноги вытянув вперед, скоро он совсем подохнет, если раньше не умрет. Игорь Артенев – гений. Это он написал не о человеке, это он написал о России, которая нелюбима ее гражданами. И она отвечает им взаимностью. Ладно, давайте немножко отойдем. Важное событие... <клес> простите, что это, от чая, что ли? Да не может быть. Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Ему было сто лет. Киссинджер занимал должности госсекретаря США при президентах Никсоне, Форде, выступал за разрядку между Западом и Востоком в годы холодной войны. Считается, что во многом благодаря его усилиям был подписан советско-американский договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-1, это я помню, и договор об ограничении систем противоракетной обороны. Также он внес значительный вклад в заключение четырехстороннего соглашения по Западному Берлину в 1971 году и парижских соглашениях о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме в 1973 году, за что был удостоен Нобелевской премии мира. Если помните эти бесконечные... Я запомнил, мне так понравилось это название. «В Париже на авеню Клебер». Что-то в этом такое было романтичное. Невероятно. Они, конечно, все умирают, на Западе. Но, э, сообщает Deutsche Welle, в ноябре темпы годовой инфляции в Германии, внимание, резко замедлились. До 3,2%. Рост реальных зарплат вновь стал превышать рост цен. Эксперты настроены оптимистично. После ожидаемого статистического декабрьского скачка уже в начале следующего года инфляция опустится ниже 3%. Ну, они умирают, но как-то, как-то... Мы часто с вами говорим про Илона Маска, гения нашей современности, но человека, который лезет вовсю, и, значит, вы знаете, он приехал... Ну вот, две стороны Маска. Вот одна сторона. Вы знаете, он там сделал твит нехороший э, про такой антисемитский и поддержал какой-то там антисемитский твит. И я вам читал список компаний, которые ушли, которые, ну, все крупные компании повернулись и ушли, э, которые давали рекламу. Вот самые-самые крупные. Илон Маск про бойкот рекламодателей в бывшем твиттере. Если кто-то попытается шантажировать меня деньгами, идите нахрен энергия на шару который это написал пишет ох чувствую что нас ждет еще много увлекательного после этих его слов так можно общаться с бомжами но не с крупнейшими корпорациями понимаете в чем тут парадокс ясно что он создавал свою империю прекрасно зная политес просто идеально Потому что невозможно посылать нахрен, значит, это самое, да? Он же не из кармана деньги вытащил. Да, он был богатым человеком. Вы знаете, у него и до всего этого были деньги, но он аккумулировал, он убеждал и так далее. Ты руководитель огромной корпорации. Ну и что? Почему ты так себя ведешь? Странно. Неправильно это, вот неправильно. Совершенно это неправильно. Вы знаете, те, кто новые, что я еще материал. Интересно очень, написал мой добрый друг Марат Гельман. Мы еще будем возвращаться к политике, но тем не менее. Нас пугают тут зимой. Мол, первая зима в Берлине тяжелая. В Черногории тоже, кстати, пугали, но не погода, а скукой. Я думаю, лишь бы, чтобы дети не простужались, остальное решим. Еще пугают тем, что путинские решили с помощью европейского криминалитета разобраться с уехавшей из-под его юрисдикции оппозиции. По деньгам не дороже, чем засылать шпионов, но надежнее. Но, три точки опять же говорят, криминалитет отказался. Ну, реалии войны. 12 морпехов, сообщает Deutsche Welle. контрактников в Ростовской области подорвали себя гранатой. По данным 3 ноября контрактники разожгли костер рядом с блоками боеприпасов. Граната скатилась в костер и взорвалась. Официально об этом не сообщали. Ник Крашников пишет Господь ненавидит идиотов. Понимаете, это получилось случайно. Но виновен в этом Владимир Владимирович Путин. Потому что эти люди где-то бы работали, прекрасно бы себя чувствовали, рожали бы детей, были бы, не были бы геями, протестовали против геев. Не знаю, что они там делали бы. Но они не пострадали бы. Понимаете, вот кроме того, вот, этих, вот эти вот слова такие, я никогда их не понимал, пострадали. Так сколько убило, хотя, может, нам и не надо знать, сколько убило. Вот мне нравится. Видите, вот этот чувак. И смешной диалог. Вот вы представляете, нашу жизнь, нашу жизнь, прилетает вот этот. Здравствуй, человек. Ну, здорово, пришелец. Хм. Я думал, ты охренеешь, когда меня увидишь. Наивный. Это ты тут вскоре охренеешь. Абсолютно согласен. Прекрасный диалог. Сансан -Сан Чиванов. Помните, пародист был такой замечательный, рано умер. Замечательный человек. У него было, ну, вы знаете, он издевался над писателями, и там был один ну, такой почвенник типа Проханова, который говорил, что нам вот это все, вот да не сделать ли нам свое вот это, ну, путинское вот сейчас, импортозамещение. У него были такие слова, «Уже ли не найдем поэта и не отыщем молодца, чтоб сочинил нам про Гамлета и тень егонного отца?» Ну, там целый стих. Ой, боже мой! Короче говоря, Василий Ливанов. Вот, понимаете, вот это вот выражение умный, умный, а дурак, вот что-то с ними, вот сыграл роль Шерлока Холмса. Считается, что он сыграл лучшего Шерлока Холмса. Так сказали англичане и так далее. Но действительно, у него и голос специфические и все вот такой вот да после этого он стал стареть вот я очень боюсь чтобы со мной этого не произошло стал стареть ну на одной же роли не уедешь хотя он играл много ролей и он стал злым Старики часто злые. Я еще не старик, но вот они злые, понимаете? Они злые, потому что они не молодые, потому что э, болезни и так далее, и так далее. Но как выразить свою злость? Не, у него много крокодил, гена, ну, в общем, короче, его голос абсолютно уникальный, ну, вот Господь дал. Высоцкий в одном из концертов говорил: мне часто говорят э, про мой голос, что он хриплый, думает, что я алкоголик. Э, значит, а другие думают, что я просто в форточку подышал холодом, и у меня стал такой хриплый голос. Василий Ливанов знакомый по экранному образу Шерлока Холмса, которого он сыграл в цикле фильмов дал интервью аргументам и фактам. Здесь 88-летний актер прокомментировал поведение певицы Аллы Пугачевой, а также высказал свое мнение о том, почему последний приезд артистки, который еще недавно носили в России на руках и называли Примадонной, вызвал огромную бурю негодования в сети. А больше всего эту публику задело, что певица в своем обращении в Инстаграме написала про кучку оголтелых недоличностей, клеветников и завистников, пытающихся оттолкнуть от нее людей, для которых она всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью. Ливанов. Я не хочу даже разговаривать о Пугачевой. Мне абсолютно наплевать на нее. Для меня Пугачева и прочие сбежавшие артистишки, артистишки, это он так говорит, это не люди, это мусор. Мне Пугачеву никогда не понять. Я не понимаю, как можно было уехать из родной страны. Поэтому народ и разочарован в ней. Я много снимался за границей, меня приглашали остаться во многих странах. И дальше надо же это сказать. Королева Великобритании наградила меня орденом Британской империи за роль Холмса, но никогда мне в голову не приходило уехать из России. У меня... Здесь дом. Я русский человек. Ну, 88 лет. 88. Пишет Илья Красильщиков. Кто его знает, тот знает. Все-таки недооценивать Путина и тем более ржать над его безумным над его безумием – дело опасное. Ожидание. Режим пал уже раз сто. Реальность. Экономика вышла на довоенный уровень. Да, на военных рельсах. Оружие течет рекой. Да, из Ирана и Северной Кореи. Враги на танке взорваны, в самолете, нефть плывет на нелегальном флоте. Западная пресса пишет, что у России превосходство в радиоэлектронике. На Западе свои проблемы. Как правитель он полный уебок, но как уебок он эффективен. Когда у тебя нет ни совести, все тебя боятся, а ты давно улетел кукуха, и тебе все равно, что будет после тебя, это не значит, что ты не... То это не значит, что что-то мешает тебе быть очень качественным мировым злом. Скорее помогает. Мне очень нравится. Качественное мировое зло. Хороший слог. Пишет Артемий Троицкий, вы знаете его. Ровно в этот день, 30 ноября 1939 года, началась бесславная советско-финская война. Потери армии СССР составили 167 тысяч человек, финнов 22 тысячи. У Сталина хватило ума прекратить агрессию спустя три с небольшим месяца. Как государство преступник СССР был исключен из Лиги наций. Понимаете? Что ты... Сальдо заявил о плане Путина. Это Леша Гончаренко новое опубликовал, надо будет посмотреть, просто там в компьютер сложно заходить. Вот понимаете, тогда вот эта Лига Наций, которая ничего не решала и тоже высказывала озабоченности, они сделали правильное решение, они исключили Российскую Федерацию, э, Советский Союз. Что там было? Советский Союз был в это время. Вот мне интересно. А почему не исключить бы э, Российскую Федерацию хотя бы из Совета Безопасности? Но они там думают об этом, они думают. Интересная новость. В России взлетела продажа ботокса. Я не знаю, к чему это. <coughs> Пишет Андрей Мальгин. Болгария отказалась пускать самолет Сергея Лаврова в свое воздушное пространство из-за Марии Захаровой на борту. Реакция Захаровой. Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку. Машенька, да какой ты человек? Какой ты человек? Ты человек, да? Но алкоголики, да не тоже люди. Мир как-то устроен неправильно. Я сейчас покажу вам фотографию. Вот смотрите, сейчас будет резкость. Значит, это президент Германии Штайнмайер. Значит, он прилетел с официальным визитом, но он посредничает вместе с Катаром и так далее, и так далее по поводу регулирования Хамаса и Израиля. Президент Германии Штайнмайер приземлился в Катаре, дверь открылась. Была расселена красная дорожка, но ни один официальный представитель катарского правительства его не встретил. Понимаете, потом они дали разъяснение. Дело в том, что они просто опоздали. У них там что-то такое было катарское, наверное, делили золото, ну, Катар. Кстати, Катар финансирует Аль-Джазиру. Понимаете? И Катар финансирует газу он покупает у Израиля свет, электричество, там газ, ну что там у них есть. В общем, он это все покупает, он оплачивает. Катар – богатое государство. Ну вот видите, как вот <coughs> допомогались. Значит, что сделал Штайнмайер? Он ждал 30 минут. Он не выходил из самолета. Он сначала постоял вот так, как вы видели. После этого он зашел и сел в самолет. Это очень правильное поведение. Он прилетел президент Германии. Это не жук чихнул. Он прилетел его не встретят, а там солдаты стояли, вот такой вот, понимаете? Да, Драгон, вы абсолютно правы. Вот что значит воспитание и самодисциплина. Это не, я бы даже так сказал, это как-то называется не кодекс, а э, протокол. Ведь все было согласовано, кто его встретит и так далее, понимаете, да? Почему-то их нет. Он подождал. Самое интересное, что появились две машины, вышел оттуда там и мир или кто-то там такой, его встретили, и они дальше пошли разговаривать. Ну, извинились, там сказали какие-то слова. Просто как себя надо вести, не унижать себя. А он же не себя бы унизил, он унизил бы Германию, великое государство. Про Киссинджера написала Маша Слоним. У Генри Киссинджера был брат Вальтер, который, как и Генри, родился в Германии и вместе со всей семьей перебрался в Америку в 1938 году. В отличие от Генри, Вальтер говорил на английском без акцента, у которого, как мы знаем, то есть у Генри Киссинджера, был очень сильный всегда немецкий акцент. На вопрос, как так получилось, Вальтер ответил. Вальтер, брат ответил, я Киссинджер, который слушает. Он был всего на год с небольшим младше Генри и умер в 21 году, не дожив до столетия 4 года. Видите, гены какие? Офигеть. <coughs> Просто офигеть. Монстры. Понимаете, монстры. Я <coughs> тоже промежуточный стих. Мы вспомнили Сан Иванова. Для меня было так неожиданно, знаете, я был юным, и вдруг объявляют, что сан умер. Ну, он выпивал крепко. Значит, он издевался все время над поэтом Валентином Сидоровым. Был такой поэт. Он написал такой фрагмент. Косматый облак надо мной кочует, и ввысь уходят светло, светлые стволы. Ну, это популярно, он много раз это читал, вы это помните. Облак. <coughs> В худой котомк, поклав ржаное хлебо. Я ухожу туда, где птичья звон. Я вижу над собою синий небо, лохматый облак и широкий крон. Я дома здесь, я здесь пришел не в гости. Снимаю кепк, одетый на бикрень. Веселый птичк, помахивая хвостик, высвистывает мой стихотворень. Зеленый травк ложится под ногами, и сам к бумаге тянется рука. Сам, и я шепчу дрожащие губами, велик могучим русский языка. Конечно, в зале были аплодисменты. Он был замечательный. Вот он, посмотрите на него. Замечательный был человек. Вы помните, да, их клуб в литературной газете, а потом литературная газета скурвилась. И теперь почитайте эту литературную газету, сблеванете. Юрий Табак, вы знаете этого человека, это блистательный ироник, такой он э, совершенно замечательный. Ну, наверное, крупнейший знаток религии, и он часто, ну я не могу сказать, издевается, описывает э, то, что в, э, в этих, так сказать, в религиозных всяких книгах иудейских и так далее. Но он тут э, там, знаете, там очень много ссылок, я вам это не читаю. Да, была передача вокруг смеха Владимир Галка. У композитора Давида Финко есть замечательное воспоминание. В Ленинграде я работал в одном оркестре альтистом. Наш первый фагот Алеша Петров был алкоголик. Он приходил на репетицию в дрезину пьяный, а мы его привязывали к стулу и давали фагот. Играл он замечательно. И вот предстояли гастроли по странам Балтии, по Прибалтийским республикам. Его вызвали к начальству и предупредили, что если возьмет хоть каплю в рот, будет уволен с волчьим билетом. Он не пил, играл ужасающе скверно. Перед последним концертом в Риге ему сказали, хорошо, выпей немного, он нализался, мы его привязали к стульлу, дали фагот, он играл как бог. Мне не удалось найти ни биографических данных, ни фотографии Алексея Петрова. Только единственная запись. Переложение Петровым для солирующего фагота, сонаты Баха для скрипки и клавесина. Осколок памяти. Вы знаете, помните, я вам читал Ширвинта, который говорит, что не надо... Как это... В определенном возрасте человек не должен ничего менять. 53 минуты про мою любимую науку. Вот есть такое число 2520. Так вот, 2520 это самое маленькое число, которое делится без остатка на любую цифру от 1 до 10. Это для меня полная неожиданность. Ну, у меня с математикой плохо, и алгебру я не любил. Я любил геометрию, потому что это, так сказать, такое вот на бумаге. Понимаете? Ну, тогда было на бумаге. Но ну, представляете, вот для того, чтобы просто разделить на любую из этих цифр, 2520. Мелочь, а приятно. Вот вы этого не знали, а теперь вы знаете. Понимаете? И это здорово. Это же хорошо. Давайте я вас немного развлеку, хотя я это не люблю. Я не люблю, когда любое украинское является предметом... Понимаете? Когда я начинаю среди русских, русскоязычных, разговаривать по-украински, у меня было несколько случаев, я там включался в эфир и так далее то у русских улыбка появляется. Ну, лучше бы у них появлялась улыбка, чем бомбы. Казацкие фамилии были уникальны, потому что людям давали фамилии, ну, вы знаете, и русские фамилии тоже, Ковалев там, ну и так далее, да, вот так сказать, по, ну, кто-то из предков был ну и так далее. Вот. А украинские, э, но это, как вам сказать, это понимают только украинские. Украинский язык, украинцы, украинский язык, он очень пластичный. Он позволяет с собой делать гораздо более широкие какие-то э, шаги и возможности, пластичности, э, которые русский не позволяет. И вот. Ну да, Андрей Булатов пишет. Почему застряла подписка до Нового года 100 тысяч? Ну, что я могу сделать? Я же не могу сам подписаться 500 раз. И вот смотрите, хотя бы несколько фамилий казацких. Зервы шапка, сорви шапка. Это была фамилия. Убей вовк, убей волк. Верни гора, то есть человек, который горы сворачивает. Верни дуб, верный дуб. Это, кстати, очень популярная фамилия. Вот верный дуб, ну то есть по всей видимости человек, предки были сильны и так далее. Верный вода. То же самое, только про воду. Вот интересно, затулы витер. Но, понимаете, это произносится, не вдумываясь в это слово. Затулый ветер, то есть заслони ветер. Не ешь борщ. Не ешь борщ. Не пей вода. Это вам понятно. Вы уже понимаете. Не дай каша. Ну вот просто. Петро, не дай каша. Кто-то там кому-то тысячу лет назад не давал кашу, по всей видимости, да? Вот хорошая фамилия Задори Вот это замечательно. Питкуй муха, то есть под, под, как-то сказать, под, ну подкуй муху. Крутый хвист. Вы уже понимаете. Печи борщ. Вот тут вот я не знаю, потому что печи в украинском языке есть. Ну, кстати, испечь пирог. Да, вот наешь папа Тамара Грицер и вот тут вот есть тут такой наешь папа. Да. Вот Марина пишет. Марина пишет. Сейчас за губы палец. То есть потеряй палец. Uh, не туда хата. Вот, то есть не туда дом, ну, не туда хата. Но еще раз, понимаете, одно дело, когда мы в этой, об этом думаем, а другое дело, когда просто произносим. Петро за губы палец. Понимаете, это мы не думаем над этой фамилией. Кривозуд, кривозуб, рябозад. Это я не понимаю, почему у него зад был рябой. Дурноляб, телепайло, ну, телепай там языком. И еще, значит, жуй борода, это понятно. Питкуй муха, это понятно. Семен лупы батько, то есть лупи отца. Не варикаша, Петро не варикаша. И вот это вот интересно. Загубы сундук. Еще раз, тут нет никакой ни иронии, ни насмешки. Это старинные казацкие фамилии. Был такой он умер довольно рано. Мой друг, очень хороший писатель Богдан Жалдак украинский. Он переводил мои рассказы на украинский язык, потому что я тогда приехал из Москвы, и мой украинский был далек от совершенства. Крайне далек. И у него была такая пьеса, она тут ставилась в Киеве. И там были два кума. И он довел вот это до совершенства. Знаете, как фамилия у одного была? Семен, это имя, ну Семен. Через той тын ногу за дырыщенку. То есть через тот забор ногу Дерищенко. А у второго была фамилия, это вообще отпад, но она могла быть. Иван, я переведу, Иван тягны морщи рядно, бо на дворе холодно. Это была фамилия, переводится. Неси, тяни быстрее одеяло, потому что на дворе холодно. Вот понимаете, Добрий день, добрий день. Семен через той ти ногу за Задоріщенко. Добрий день, ради вас бачити. А вас як? Я Іван, тягни марші рядно, бо на дворі холодно. Дуже радий познайомитись. Сідаємо і давайте пити чай, чи що там, горілочку. Ось така от історія. Я не люблю іще з кремльовських концертів, коли іключительно показували. исключительно показывали украинцев, обязательно нужно было гопак или там дивлюсь я на небо и так далее. Меня это раздражает. Но э, тут совсем другое дело. Это, это история, это реально, понимаете? Это реально. Мы с вами мало знаем человека, активные годы которого пришлись на годы революции, это поэт Владислав Ходосевич. Стихи о возрасте. Что поделать. В конце будет важное объявление. Ну, Виктор Яценко поясняет. Рядно толстый холст кустарного производства. Ну, лучше сказать, одеяло. Ну, что... Ходосевич написал стихотворение, которое называется «Перед зеркалом». Я, я, я. Что за дикое слово? Неужели вон тот — это я? Разве мама любила такого, Желто-серого, полуседого И всезнающего, как змея? Разве мальчик в не летом, Танцевавший на дачных балах, — это я? Тот, кто каждым ответом — желторотым внушает поэтам отвращение, злобу и страх. Разве тот, кто в полночные споры всю молчишечью вкладывал прыть, это я, тот же самый, который на трагические разговоры научился молчать и шутить? Впрочем, так и всегда, на середине рокового земного пути, от ничтожной причины к причине, а глядишь, заплутался в пустыне и своих же следов не найти. Да, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Вергилия нет за плечами только есть одиночество в раме говорящего правду стекла. Владислав Ходосевич родился в 1886, умер в 1939. Перед нами поэт. Перед нами поэт. Разговор с собой. Теперь я напоследок хочу вам рассказать важную информацию. Значит, смотрите: в субботу или в воскресенье: я завтра уточню, будет эфир, э, с, ну, патреонный эфир. Вы уже знаете, о чем я говорю. Но смотрите. Э Роберт, я сейчас посмотрю, что ты мне написал. Просто э, я хочу сначала сказать, о чем идет разговор. У нас сегодня был долгий э, разговор с Робертом э, по поводу того, э, вот он справедливые слова сказал. Он сказал: э, вот э, люди в Патреоне они э, подписались и делают донаты. Отлично. Но он говорит. Матвей, есть люди, которые регулярно кидают в тебя кофе. И вы знаете этих людей. Как быть с ними? И мы решили сделать важную вещь. А, смотрите, для тех, кого. Роберт пишет, для тех, кому удобно. Скупи мне кофе донатить на ежемесячной основе. В соседней вкладке, вот когда вы зайдете на чашку кофе, теперь аналогичные уровни поддержки, как это сейчас на Патреоне. Потом объявим как постоянных патронов с обоих сервисов будем приглашать на стрим. То есть я хочу вас объединить. А эфир будет в субботу или в воскресенье. Там нам надо будет, это будет технический эфир, нам надо будет с вами посоветоваться о том, как развиваться дальше. У меня есть идеи, вы их оцените и так далее, и так далее. Я очень вас ценю. За это поставьте мне лайк. Скоро буду деньги брать за лайк. Яхта, яхта, яхта. Не только с чайком перебиваться. Кстати, это, знаете, вот эти вот термокружки, то есть вот у нее, видите, двойное дно, и она действительно сохраняет тепло. Вы же хотели ламповость, вот лампа, вот чай, кошки нет, потому что не могу за ней ухаживать, меня долго дома нет. Поставьте лайки. И, кстати, вот швили мы о вас говорили, как пример, потому что вы меня, вы потратили на меня много всего, и как-то было бы неправильно, если вы, я не знаю, почему вы не патреонщик, по-моему, но было бы неправильно, вот так сказать, вот сказать, ну, знаете, вот он не, стал, он не в патреоне, и поэтому до, до свидания. Виталий Марков, про науку и космос завтра будет, так я и сегодня читал разное, вы просто, наверное, не услышали. Вот админ, Роберт, админ, он, мы отправим приглашение. Роберт сейчас изучает списки, и те, кто это сам. Значит, дальше обычные слова. Первое – лайки. Второе – будьте добры, мои дорогие, э, э, вот эти 4560, что-то медленно сегодня собирались, не забудьте, пожалуйста, подписаться, проверьте, подписаны ли вы. Подписка стоит, Хотя я вам признателен за все. Вы могли бы... Арестович ждет, как всегда, и Фейгин. Расскажите другим о моем эфире и воспользуйтесь вот этим. Вот разберитесь с чашками кофе, подпишитесь и так далее, и так далее. Да, пиджак. У меня их пять теперь. Пять. Зима. Гонопольский торжествуя... Заканчивает программу. Спасибо вам, я вас очень люблю, я надеюсь, у меня будет мирная ночь и желаю Украине э, мирной ночи. Хотя все сложно. Счастливо.